Ну что, дорогие друзья, мы идем в Краки. Вау, и тут нас уже ждут наши красавицы. Олечка, у меня. Да, Лена, господи, сколько лет, сколько зим. Мы соскучились, Маринушка, мы соскучились, потому что вы нас уже вообще не балуете своими визитами, вы заработали. Как это не балуют? Вы смотрели видео с моей свадьбы? Ну, в смысле, понятно. Не с моей, а свадьбы моего сына. Я же там просто звездила в вашем наряде. Вся ходила, сверкала на солнце золотая. Там еще, я вижу, есть кое-что, да? Да, да. А у вас уже вот осенняя коллекция пришла? Или пока еще вы ее ждете? Ну, уже я вижу кое-что. У нас основная коллекция осенняя придет после 5 сентября. Всех приглашаю. Но мы уже как бы приготовили, достали свои теплые вещи, так как это, конечно же, вязка ручной работы, легкие. Посмотрите, какая красота, когда мы сейчас ими Сони, то есть подаем уже именно нашу эко-кожу, это тоже ручная работа. То есть у нас всегда все есть. Подождите, давайте-ка посмотрим. Это брюшки у вас на резиночке такие, они как двойные, что ли? А мы сегодня, да, можем, кстати, сделать образы даже, посмотреть, да, в разных направлениях, потому что множество вариантов, то есть как бы... Смотрите, а я вот обожаю вот это вот, у меня же такой серый есть, я его... А, они тут еще более крупные. Да, они в разных оттенках, но я приготовила специально для вас, мои дорогие, такие легкие образы, немножечко французского такого, душевного. Ох, и то, новые что... новые сумки, которые вас ждут. А я вообще вот эти ваши настолько люблю, они же у вас есть очень разных цветов. Да. Вот я обожаю серый, знаю, смотрела ваши соцсети, и там были бордовые. Я очень хочу, Марина, сегодня померить. Да. Ну и, конечно же, парадности, эффектности. Я считаю, что вот эти очень богатые оттенки, они дадут вам настроение. Но вообще у нас рояль в кустах спрятан. Специально для вас. Но мы пока про этот рояль не расскажем. Нет, мы только его покажем. Мы сначала расскажем полезную информацию. Ну что, мои дорогие, 5 сентября я жду вас на новую коллекцию. И, конечно же, мы находимся в Санкт-Петербург. Малая Морская, 22, модный дом Краки. И, конечно же, Москва, Никитский бульвар, 8. Всех ждем. И, конечно же, промокод Марина Михина 10%. Ну, а еще, дорогие друзья, я хочу напомнить, что Краки ведут активно съемки видео и размещают свои ролики с новинками, с созданием образов. Вообще делают разные сюжеты на тему, как одеться красиво в Краки, например, этой осенью, да, в общем-то, в любой сезон. И хочу сказать вам отдельное спасибо за ваш огромный труд, снимая видео, да, создавая образы, используя разных героинь, разного типажа. Работаете просто, ну, не покладая рук в соцсетях. Конечно же, мы размещаемся в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграм-канале. Мы размещаемся на всех площадках, где написано «Офлайн Краки». Все ссылочки я оставлю в описании. Ну и много приходят зрителей моих? Зрителей приходит много. Поклоны все вам шлют. Значит, благодарности. Вас все обожают, вас все любят. И нам нравится делать фэшн-туры, которые приезжают со всех городов. И просто у нас получается фантастически. А, кстати, да, вы же проводите фэшн-туры, да? Ой, ты проводишь, да, конкретно фэшн-туры. Проект уже в течение года, уже два года, да? Два года уже этот фэшн-тур мы разработали, и женщины всех городов приезжают специально. Да, преображаются. Преображаются. Ну что, а теперь про рояль в кустах. Рояль в кустах! Рояль в кустах! Выходите! Аплодисменты! Ну, у нас уже и аплодисменты, овации в студии. И вот он, рояль в кустах. Это друг, потому что благодаря то, что Optical Lime, все, у нас очень множество ваших очков. Для чего? Девочки, это инструменты, когда вы приезжаете, вы не просто их можете посмотреть где-то, вы их одеваете на свое лицо, вы понимаете, как можно меняться. Это вообще фантастика. Даже вот если использовать достаточно базовые вещи, конечно, да? Андрей, а вы сказали здрасте? Мы его забили! Вы мне так хлопаете.
лопали, что я потерял дар речи. Все приветствую на канале Марина Мишина. Рад всех видеть. Ну, что я хочу сказать. Может быть, сегодня мы все-таки посоздаем образы такие на осень с использованием именно как бы базовых, таких достаточно лаконичных, спокойных вещей, да, и посмотрим, как они преображаются, Андрей, с помощью вашей новой коллекции, которая, конечно же, просто обалденная. Мы тут уже вот прямо, да. В предвкушении. Мы вас удивим. А теперь, ну что же, Андрей, а теперь по нашей старой доброй традиции, какие плюшки вы приготовили нашим зрителям осенние? Для наших любимых покупателей будет скидка минус 20% на весь заказ до 20.09. И если будет у нас приобретена две пары очков, на вторую пару очков мы дадим уже 25%, тоже до 20.09. Пожалуйста, приходите, мы находимся на улице... Промокод Марина, да? Промокод Марина, угу. Естественно, как всегда. Да, мы находимся на улице Бассейная, дом 45, это метро Парк Победы, 2 минуты. Также я хочу сказать, что у нас есть сайт limeoptic.ru. Мы сейчас его наполнили, были вопросы по наличию только что пришедших коллекций, спрашивали, есть они, нет. Сейчас все в наличии, мы только что дополнили сайт, поэтому, пожалуйста, смотрите, выбирайте, можно сделать онлайн. Мы доставляем заказ, доставляем по всей России, у нас есть доставка, за наш счет мы это все делаем. Вот, также, а промокод тоже действует? Естественно, на заказ онлайн точно так же действует промокод минус 20 на одну оправу, если покупаете две, минус 25 на вторую. Будет все это до 20.09. Зрение можем посмотреть, сделать диагностику, и также мы изготавливаем очки за час, то есть если кому-то срочно можно попить кофе у нас или погулять в Парке Победы, еще будем надеяться, погода будет хорошая, мы изготовим быстро вам очки. Ну, здорово. Вся полезная информация. Ну что, Оля, тебе понравилась сегодняшняя наша задача из простых базовых, в общем-то, вещей, хотя в кроки базовые вещи тоже такие, знаете, не совсем простые, создать вот такие образы и дополнить их. С огромным удовольствием. И прогульнемся в сентябрь. Точно. Ну что, пошли вперед. Да, прошу. И еще, кстати, хочу сказать, что у нас сейчас скидка на летнюю коллекцию. Да? Девочки, 30%, 20% и, конечно же, 50%. Так что ждем вас, пока есть размеры. Оля, ну образ, я хочу сказать, у тебя потрясающий. Прокрутись, пожалуйста, вот мне очень нравится. Ой, вот еще. Прямо вот это вот. Потрясающий сегодня, образ. Реально очень модный образ. Это бабушкин стиль современный. Почему бабушкин стиль? Потому что вот это пальто, оно не напоминает вам скатерть? Да. Но вот в этом вся фишечка. Ну, вот мне кажется, это напоминает какой-то такой вот очень благородный жаккард цвета топленого молока, что-то такое, сливочное масло, да? Это пальто вкусное. Было на невесте в Плёсе, когда мы делали показ 2 года назад. И она досталась мне по наследству. Супер. А это вообще состав? Это лен, хламовок? На мне сейчас лен. Также на его скидка сейчас действует. Да? 30%. Я уже всем вот как раз и девочки. То есть это брючки, да, ваши козырные? Брючки, низкий шаг. Угу. Жилет на голое тело, как мы любим. То есть это все вот в таком формате. И, конечно же, как я называю, бабушкин наряд. Слушай, ну у тебя, знаешь, как люди пишут, на тебя надень мешок от картошки, ты будешь стильно выглядеть, потому что ты можешь стилизовать любую вещь, а тем более такие вещи, как кроки, они уже и сами несут смысловую стилистическую нагрузку. Ну, а очки, которые ты отобрала, давай посмотрим, знаете, что там Андрей нам так предлагает. Считаю, что это инструмент вашего гардероба. Здесь я взяла от причудливых до эффект. Каких начнем? Что хочу сказать, если причудливые, это ваше настроение. Здесь просто абсолютно они маленькие. Их не надо наносить вот так, их надо носить вот на средней переносице. То есть они подчеркивают в данном случае мои губы. Они меня делают дерзкой, такой немного нелепой, но в этой нелепости вся сексуальность. Извините меня за мою... Это форточки. Окошки открываются. Андрей, это же уже другие, да? Были же... Несколько моделей есть таких, разных интерпретациях.
окошки открываются, и вот я другая. Я сейчас, если менять, то я заново делаю вот такую. Очень классные, да. Просто необыкновенные. Но мне очень понравилось, смотрите, я влюбилась сегодня вот в эту оправу. Она достаточно яркая. Это такой немножечко животный принт. Здесь, да, такая зебра, здесь... Они выглядят как вот перламутровые вставки. Как камень, да? даже как камень, да. Я сейчас не права, тут перламутра очень много, действительно, как камень, да? И посмотрите, девочки, что сейчас природного будет. Природного характера. Раз, два, три. Ой. Вот это вау! Это вау, это просто, знаете, такое настроение сразу. Я настолько какая-то богиня. Ну, это ощущение, я буду с вами делиться просто хорошо, потому что это очень важно, что человек испытывает, когда надевает ту или иную вещь. Но также, что касается, я выбираю для себя... Еще Оля, а ты уже фанат оптики Лайм. Я знаю, что у тебя уже не одни очки на есть, самом да? Деле, да? И у Лены тоже, кстати. Смотрите, у нас фэшн-тур. И работая с оптикой Лайм, это мои инструменты. Потому что действительно женщины, когда приезжают переодеваться, они даже это увидеть на картинке и поехать, не знаю, да, там, то есть по доверию какому-то. А здесь они уже чувствуют, как... Они себя чувствуют. Посмотрите, какая я интеллигентная, нежная. А здесь я невеста такая. Ну, для тех, кто любит легкие, тонкие оправы, вот это такая серо-беловатая какая-то, да, очень элегантная. Такая нежность, тонкость, да? Да. Вот ощущение невесты. Вот. Но есть лифтинг-эффект. Посмотрите, как красиво уголки приподнимают. Да. Хочу небольшую ремарочку внести. Это новая коллекция у нас, очередная новая коллекция от модного дома Валентины и Дашкина. Серьезно? Да, конечно. Любовь. Вот так. Любовь. Да. У нас наши покупатели очень полюбили коллекции, мы регулярно их стараемся привозить и радовать вас. Действительно, такая утонченность такая, здорово. Да? Здорово. Идет? Да. Ой, выхожу замуж. В третий раз. Нет, так, а что тут у нас еще? А вот какие интересные зелененькие. А смотрите, девочки, специально я выбрала две позиции. И вы заметили, что я выбираю полутона. Сейчас, ага. Полутона. Сейчас, Оль, а ты их можешь вот вместе и как бы не двигать. Да. Я выбираю полутона. Это гораздо всегда будет подходить под любую одежду. Почему? Красные ли на вас оттенки? Бордовые ли на вас оттенки? Вот сейчас... Давай я уберу. Я всем советую выбирать всегда полуоттенки или густые оттенки, или в соединении. В данном случае жухлая зелень. Но посмотрите, в какой, на какой основе тоже они похожи. Сделаны. На прозрачной. Ой. И если мы надеваем, это уже не причудливо. Это я на стиле. Оль, они такие стильные. А я еще заметила, что у них с другой стороны дужки какие-то серебряные, как вот подстаканники раньше были в поездах. Согласна. Девочки, смотрите, вот этот зеленый оттенок всегда будет идеально смотреться, потому что губы мы красим, помните, да? Красные, розовые, бордовые. Мы берем вкусные оттенки. И когда эти вкусные оттенки с зеленым в соединении, это смотрится очень, Оля, очень вкусно. Оля, у тебя глаза зелененькие? У меня глаза зелененькие. Я хочу показать, вот, дорогие друзья, вот эту сторону, про что я сказала, что это выглядит, как, Оль, видишь, вот в этом, в телефоне даже, да? Как подстаканники. Угу. С чеканкой. С чеканкой. Серебряной, да. От Николая Второго. Точно. Очки Николая Второго назовем тогда. Да, да. Ну, а теперь вот эти, которые я у тебя забрала. Хорошо. А это моя любовь. Эти очки я себе уже заказала, так как под весь мой гардероб они дают мне немножечко... Смотрите, я на стиле, но я немножечко мужественная какая-то внутренняя, у меня идет защита. Эти очки дают мне именно какую-то уверенность, увесистость. Это как некая... Как будто я могу на них опираться. Угу. Это моя опора в данном случае. Я просто говорю свою точку зрения, свои ощущения, девочки. Вот эти очки – это друг, потому что все оттенки, которые у нас есть, помните по поводу полутонов? Посмотрите, какая грация. Здесь есть что-то и бордовое, коричневое, горький шоколад. А еще, Оль, вот я девочки, смотрю... Девочки, ну здесь геометрия, здесь получается очки в очках.
Да. Здесь, посмотрите, у вас получается внутренняя часть идет из цвет дорогого вина. Оль, а вот смотри, если мы подойдем вот к этому стенду, то здесь у вас очень сложный цвет представлен, да? Мы видим очень сложный цвет, он какой-то и серовато-бордовый, и сиреневый. Согласна, немножко, да? Да. И это вот посмотри, новая коллекция, как эти очки. На нее тоже сейчас скидка. И да? Если что, мы можно примерить вот эту хорошую композицию. Да. Потрясающе. Потрясающе. Кстати, этого, этой модели в разных цветах мы сегодня посмотрим несколько очков, и они все смотрятся великолепно и потрясающе. Да. Лена, ну ты, как всегда, очаровательна. Во-первых, я хочу похвалить твою прическу. Вот я так не умею укладывать, мне очень нравится. Мария, пришлось научиться, честно. Здорово. Ты укоротила чуть-чуть волосы. Укоротила, потому что биохимия все-таки сделала свое дело с моими волосами. И пришлось их обстричь. Ну, ты выглядишь потрясающе. Сейчас мы будем смотреть очки вот к этому образу. Я как зашла, сразу, конечно, обратила внимание на вот эти великолепные твои... Лафины, да. Это у нас поставка, лафин. Очень красиво. Они просто настолько удобные, Марин, стильные. Я их просто полюбила, я их сразу взяла. Ну, а здесь я вижу ваш козырный... Наш любимый жакет. Петр Первый, он потрясающий, подходит ко всем образом. Здесь у меня внизу одет наш креп-шифон. Это юбка, платье. Да? Нет, платье. А, это платье. Два платья. С разрезиками. Да, но это тоже ваша базовая модель, да, которая практически всегда есть. Да? У нас есть в фиолете, в зеленом, слева в лимонном, в голубом и в сером. И, как обычно, ты все красиво оформила с помощью аксессуаров. То есть, да, мы видим твое вот это украшение убойное. Да, слушай, и очки – это уже новая коллекция Андрея. Да, она как раз-таки вошла в мой образ. Выглядит она потрясающе. Я в последнее время почему-то стала сочетать серебро и золото. Мне это у нее золотистые дужки? Да, мне это очень нравится. А здесь вообще, посмотри, какая... Я даже не знаю, лифтинг как, эффект, вот этот приподнятый уголок вот и ломаная линия. Да. А, плюс мне очень понравились здесь, посмотри, дужки. Очень такие красивые дужки, они какие-то, я не знаю. Они как произведения как искусства. Какие-то, да. Ну, я знаю, что ты... Я настояла, чтобы Лена померила вот эти. Мы все их померили. Ну, вы знаете, честно Лене сказать, вошли больше всего. Они меня убедили, потому что я покажу потом следующий, который выбрала я. Но все убедили меня в том, что эти лучше. Андрей, это же вот такие, как мы с Олей вот того цвета смотрели, только вот совершенно другая интерпретация. Ну, это как очки в очках, они такие необычные, они стильные достаточно, имиджевые. И, конечно же, увидев меня на улице в таких очках, наверное, я думаю, что... А мне нравится, что это сочетается с красной помадой, с красными ногтями. И посмотрите, сколько цветов. Бирюзовый, зеленый, синий. Они переливаются еще, Марин. Они там просто потрясающие. Я даже, а глаза зеленые, Лен, там? А у меня вообще не знаю. Серо-голубо-зеленые. Но дело в том, что и очки тоже очень сложного оттенка. И они заключены в круг, вот этот ломаный многоугольник заключен в круглые черные очки. Ну, слушай, обрамление мы вот уже это просто... Они такое ощущение, как будто они неоновые такие. Да, здесь несколько просто оттенков. Просто они вот этом, потрясающие. И мы уже сделали одну из наших клиенток, успели, хотя эта коллекция только что появилась у нас. То есть люди уже ходят. Одни мы уже очки такие, вот она только-только пришла. Зелененькие именно купили? Нет, они фиолетовые были, вот это обрамление было фиолетовое, и мы туда поставили линзы с фиолетовым оттенком. Получилась просто бомба. Ну, мы сегодня еще несколько оправ таких пластов. Да, на очереди. На очереди. А вот, кстати, из этой оперы это Лене понравилось. Ну, мне почему-то сказали, что... Много красного. Много красного. Ну, я согласилась, нет, сказала, мне нравится, да. Мне тоже нравится. Хотя мне все-таки все равно нравятся эти больше. Ну, здесь просто это по-разному стилизация. Там, например, если сделаешь... Ну, там очень ярко, красиво, прям я такая эффектная. Ну, это тоже очень красиво, Лен. Ну, тут здесь вообще просто нет сравнения. Особенно с красной помадой. Ой, ну, конечно. Марин, ну больше всего мне понравились вот эти. Интеллигентные. Они прям потрясающие. Во-первых, они необычные. Очень смотрятся стильно. Так как я очень люблю стильные надевали вещи, для меня это очень важно. Они
невесомые. А еще они титановые. Ну, я вижу, что душки легкие такие, очень. Я даже вот на переносице, мне для меня важно, чтобы вот здесь, знаешь, ничего. Они легкие настолько, что я их просто даже не ощущаю. А стиль потрясающий, да, смотрится. Тоненькая, очень тоненькая дужка. И я хочу сказать, что раньше вот эти очки были квадрат-квадрат и вот эти заклепочки. Угу. А сейчас квадрат и круг. А раньше квадрат и круг был более такой простой. Это а усложненная модель. Был поменьше чуть-чуть. Угу. Они смотрелись поменьше. Вот сейчас мы увеличили саму модель, и мне кажется, получилось лучше даже. Слушай, мне очень они нравятся. Ну, заявляющие о себе, это да, точно. Да, стильные, стильные. Дальше некуда. Это так. И будет еще одна модель, только в другом цвете. В другом, мы да. Покажем попозже, да. Марина, ну, конечно же, классика жанра, но это просто даже нету слов, потому что, ну, это просто мои очки. Ну, лаконично, а это что, у них там страз, что ли, Андрей? Это Андрей, что там? Макс Марак. Угу. Да, и он страз. На каждом заушке. Ох, ничего себе. Лена, аж голос задрожал. Это любовь. Это любовь. Ну, это очень красиво, реально красиво. И тут даже... Это классика. Нет слов. Ну, Андрей, вы, конечно, каждый раз удивляете нас. Я каждый месяц. Да вообще просто нереальное что-то. Раз, два, три. Боже, какие образы! Покрутитесь, девочки. Ой. А еще, прямо хочется смотреть. Мариночка, у нас что сегодня... это вообще такое? Девочки, мы решили войти в сентябрь, ну, эффектными, яркими, в стилистике Missoni. У нас брюки, и даже мы... А это мы вот вначале немножко их посмотрели, да? Да, это вот да, они, да? Да. А что, они двух цветов? Девочки, да. Это шерсть. Тончайшая. Шерсть. А внутри, да, девочки, да. А внутри, видите что? А внутри крепший фон. Ничего себе. Да. И у Лены тоже. Лена, а теперь у тебя. У Лены в оливковых таких тонах, да? В таких спокойных, да. А у тебя, Оль, тоже какие-то бирюзово-оливково-зеленоватые. И такой приятный зеленый оттенок. Но, девочки, мы хотим показать вам это искусство наших дизайнеров. Конечно же, наши девочки вяжут самостоятельно. Ой, как мне нравятся эти ваши кофточки. Слушают сказки. Балдеть. Вы знаете, что наши девочки слушают сказки? Комфортно. Когда вяжут сказки, да? Да, когда вяжут, слушают сказки. И, конечно же, Лена, давай хвалиться, пожалуйста, девочки, вот мы хвалимся. Посмотрите, какие у нас модненькие сумочки. Это у вас такие тоже сумочки, да? Да, да. Так, подождите, а где вообще что у них? Посмотрите, где что, как? Она косой теперь... бачок? Она такая, как это правильно сказать? Я не выговариваю, Лена, помоги. Параллелепипед. Нет. Параллелепипед. Да, да, да. Это вот такая серия. Ничего себе. Я выбрала себе бежевый, потому что бежевых оттенков у нас точно никогда не было. Это специально сделанный под эту коллекцию вязаных, да? У меня короткий рукав, а у Лены, девочки, длинный рукав, кому захочется. И Лена, смотрите, она поддела также из приятного табачный, да, такой табачный оттенок, да. Вот, смотри, очень красиво. Сумка, как будто не... Послушайте, вот если бы я была вором, я бы ничего не поняла, куда залезать, где тут очень удобно прятать свое богатство, добро, да? Слушайте, ну давайте я еще образ целиком, покрутитесь. И ожерелье мы специально сделали для настроения, кто захочет. Слушайте, ну и что вот это вот ожерелье, это какой-то такой необыкновенный декор. Это как стола, который надевается через голову, это ваш аксессуар. Его у вас можно даже купить, да? Да, конечно, конечно. А сзади, Оль? И сзади он надевается через голову, но он дает настроение, девочки. Мы сегодня вот решили специально... А, они тут даже вот скреплены, да? Да. Это сзади только или спереди? И спереди тоже. А, ну оно вообще на такую и сзади, и спереди. И сегодня Optical Lime, посмотрите. Ну это вот тогда уже сюда нам я надо. Я хочу вам. Готовы, девочки, спокойно.
Это называется «Королева». Я королева. Дорогие друзья, я просто хочу показать. Оль, волосы подержи, пожалуйста. Давайте, да, вот давайте, это ушко, оно у меня менее торчит. Давай, тут давай. Будет покрасивее. Смотрите, я хочу показать. Видите, это дужка, а к ней крепится вот такая вот сережка, да, серьга такая. И она прямо вот совпадает по дизайну с украшением на широкой, кстати, дужке. И потрясающий бирюзовый цвет. Он еще, кстати, какой-то двойной тут. А давайте я сниму, и мы рассмотрим более внимательно. Девочки, посмотрите. Я такого вообще никогда не видела. Да, они потрясающие. И они съемные. Да. То есть их можно снять за ушки. Слушайте, а я подумала, можно же замутить какие-то и самой повесить, да? На самом деле, смотрите, какой секрет, девочки. Берем. Вот что значит стилист в деле. Нет, нужно, да? Время. А, нет, наверное, я ошиблась. Непрозрачная, нет. Только сюда. Но все равно. А, кстати, это вообще идея. Можно взять, например, и в других очках дырку просверлить и повесить, да? Прикольно. Да. Ну, Оля, еще надень, пожалуйста, их. Они очень красиво смотрятся, тебе идут безумно. Ну, они такое настроение дают. И, конечно, вот с этими... С этими образами нам да. Да, 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 да. Они да. Опять лунного золота. Да. Она сегодня прям... Ну, у Лены, вот смотрите, кстати, вот мне Путин, нравятся вот эти ваши ленточные. Да, они мерцающие и очень деликатные. Этот блеск, мерцание, тоненькая люрексовая ниточка. Здесь золотистая, здесь тоже золотистая. А у меня серебристая. Оля, помните? Да, да. Здесь эко-кожа, девочки, и шерсть. Не поверите, там шерсть, нитка шерсти. Чувствуете? Смотрите, вообще потрясающе. Да, на вид кажется, что то есть, что такая гладкая, на самом деле, это очень теплая вещь. Бежевато-золотистый. Да. Ну что, еще Лена, какие-то очки смотрите, примерить да. Можно? Вот эти? У Лены там веер. У меня веер, как всегда. Давай я буду... Андрей, мы подготовили вот сейчас коричневый цвет. Здесь настолько будет повторять. А пойдемте чуть-чуть вот сюда, здесь освещение получше. Угу. Вот так вот, чуть-чуть еще. Угу. Смотри, как. Это Макс Мара тоже. Угу. Лена, тебе все идет. Да. Это настолько. Посмотрите, девочки, какие дужки. О, Андрей, в магазине буду скупать. Я скуплю все. Ну, у вас же уже есть по несколько очков, да? Конечно. В своей коллекции. Давай, Лен. Также у нас еще и очки, которые для солнца. Мне здесь вот розовое это посмотри, золото, да, как это розовое красиво. Золото, да? Реально другая. Uh-huh. Форма такая. Уже это тоже Макс Мара, что ли? Тоже Макс Мара. Здесь розовое золото. Лена, как красиво. Розовое золото. А я думаю, Оля, тебе тоже это пойдет. Я уверена, что Оля пойдет все. А Оля сегодня выбрала. Ну, сейчас посмотрим. Оль, ну тебе на самом деле, у тебя такой тип лица, что... А здесь розоватый оттенок. Посмотрите, девочки, вот это очень дает, освежает. Первое. Мне вот такое, да, Оль? Девочки, смотрите, вот это ваши друзья очки. Знаете почему? Когда вы не выспались, если вы хотите очень освежить свое лицо, оно дает, видите, под розовый тон, он достает, ну, то есть он убирает мешки даже визуально. Вот эти уголки в этих очках сделали свое дело. Супер лифтинг эффект. Да, здесь, вот тут я с вами соглашусь. Ну, многие очки имеют приподнятые уголки. Да. И Марина, таким образом вот делают... Андрей, скажите, здесь тоже титан? Да, это тоже титан комбинированный. А, тоненькие, да? Можно я их покажу, да? Весомые, да. И они тоже вам вот... Сюда. Да, они вообще просто... Сумочки. Наши коллекции. Ну, Оля, все подходит тоже. Ну, Лена сегодня хорошие образы создала. Шикарно. Очки – это некий такой инструмент, который позволяет просто тебе меняться внутренне даже, mm-hmm, да? Восприятие себя другой. Но, девочки, все равно нелепые очки нужно покупать. То есть нужны и одни серьезные, другие нужны с золотом, третьи я такая нужны разная, с платиной, шутливая. И четвертые нужны... Оля, а ты пластики. Вот нелепыми вот эти назвала? Нелепые, они дают... В хорошем смысле, да. Девочки, нестандартные. Они необходимы. С чувством юмора. Да, здесь не с чувством юмора. Здесь тебе иногда нужно позаровать. Потому что ты специально ждал, когда я одену эти. Ну, кстати, классные. А тебе, Лена, очень идут, кстати. Да. Даже, может, больше, чем зеленые, да? Зеленые мы очень необычные соусы, да. Зеленые не очень. Вишенка на торте. Ой, какая интересная
форма и благородный такой роговой материал. Это сочетание, видишь, какое, все прямо к этому образу. Да. Ну, это очень осенний образ. Mm-hmm. Вот вы сейчас, вот войдите в кадр вместе, да? У вас очень такой осенний образ, великолепный. А сейчас, вот, например, я тоже одену Макс Мару, смотрите, какой синий цвет. Это цвет морского... Это такой темный кобальт, такой, может быть, даже морского дна. Да. Я одеваю в океан на свои глаза. Смотри, Оля, это такие, как черно-синие, да. Посмотрите, да, это такой синий океан. Настолько вообще красиво. Красиво. И строгость такая. Супермодель у нас. Строгость такая, да, девочки? И вы чувствуете... А здесь очень красиво. Душка очень красивая. Мне, знаете, что понравилось у Макс Мары, что очень трогательности много. То есть и строгость, и трогательность, и строгость, и трогательность. Это просто фантастически. Андрей, у вас эта коллекция очень стильная. Девочки, еще... Каждый раз найдет, чем удивить нас, да? Еще я выбрала коричневые. Да, такая равнозначная. Коричневые. И экстравагантные. Но в данном случае... Слушай, они вообще на просвет, как гранатовые зернышки. Такие немножко сливово-коричнево-бордовые. Богатый очень оттенок. Да. И я бы, конечно, сюда еще включила яркие. Которые, ну, я не могу их не показать, потому что они есть уже у нас. Ой, какие классные. Они такие смешные. У тебя есть такие? Нет, у меня таких нет. Я сейчас пару очков заказала. Ну, это опять очки в очках. Это да, это как да, вот ты, Лен, мерила вот эти, да? Да. Но они такие легкие. Них... Они в разных цветах смотрятся вот абсолютно, как будто прям даже дизайн другой. Да, да. Неузнаваемый. Ну, а вот эти я не могу не показать. Посмотрите, какие душки. Здесь произведение искусства. Здесь уже такие оттенки, наверное, прям холодного-холодного. Ой, прости. Холодного лета и в то же время с пастелью. Видите? А мне кажется, что вот это тоже по цвету очень гармонично. Ой, вот с этими, вот видите, вот тут вот перекликаются вот эти сиреневато-розовые. Угу. Прямо так богато выглядит. Смотри. Да. Да, прям... Да, да. Смотри, это наши кепочки. Ну-ка, рядом еще подержите. Это кепочки, внутри кепочки. Как будто один художник рисовал. Да. Вот потрясающе, так бывает. Ну, это, да, это такие цвета, которые друг друга поддерживают. Они достаточно мелкие и немного такие вот именно мелкие. На мелкое лицо, да. То есть вот на крупное лицо не рассматриваем. Очень тоненькое лицо, как у тебя, Оля. Да. Ну, крутитесь, девочки. Я же всегда прошу вас чуть-чуть отойти поодаль, да, и покрутиться. Причем не один поворот, а прямо такой тройной аксель, я бы сказала. Но у меня сегодня все-таки одежда интеллигентная, поэтому я шучу, конечно. Ну что, с кого начнем, Оль? Давайте вот эти очки супер посмотрим. Потрясающие. Лена такие черные мерила, да? Да, такие черные. На мне очки, как мы в первоначальный момент увидели, то есть они похожи на камень. Угу. Как бы черно-белые, но они настолько разные. Да. А эти очки такие уже более игривые, то есть это такая умница. Умница с изюминкой, я бы сказала. То есть кардинально круг и квадрат. И так как я сегодня в берете, мне кажется, с этим образом это выглядит идеально, да. Да. Смотрите, какое многоцветие, сколько цветов, очень веселые, игривые, летние, но в то же время и осенние очки. И вот они вместе смотрятся, как форма одинаковая. И также можно, когда на вас много серых оттенков, сделать одну... часть более яркой. Я включила синий цвет и красный. Я хочу сказать, что вот эти очки потрясающе выглядят. Здесь прозрачное соединение, красивый синий и благородный ягодный такой, немножко бордовый, даже малиновый. Да. Можно снять главный убор и оказаться просто. Просто идеальной красавицей. Благодарю. И есть еще один вариант. Это прозрачные очки. Когда совсем прозрачные, когда вам хочется, чтобы вообще на вас практически ничего не было, но все равно не
яркий элемент, который просто такой создает отблеск, он выглядит потрясающе. Ну и, конечно, это нежность, квадрат и круг. Нежность. Прекрасно смотрится. Да. Да, я согласна. Лена, а тебе тоже, я хочу сказать, идет практически все. Ой. Ну вот, до чего ж мне нравится вот это вот цвет. Расскажи, Лерочка, что? А здесь золотистая нитечка, здесь тоже, да? Золотистая, да. А это первоначально, то, что мы смотрели, у нас есть еще и такое спелое вино, но, видите, мерцающая нить идет из золота. Это, мне кажется, как мой серый. Как ваш серый. Но почему я рекомендую вот именно сейчас на это обратить внимание? Пока погода и не холодно, и не жарко, это время этих джемперов. Это время джемпера. Так как, вот, например, мы в данном случае рассмотрели это с крепшифоном. И также, например, смотрите, когда будут более такие прохладные дни. Оля, мы, кстати, твой-то образ не рассмотрели. Вот этот твой потрясающий огромный свитер. Я уже его практически... Ну, то есть у меня весь смысл, понимаете, был берет, таблетка. Да, здесь все связано было. И вот этот формат, он такой очень... По-питерски, ну и не только по-питерски, вообще, девочки, это тепло, но мы же любим немножечко оголить свои хотя бы, ну, какую-то щиколотки. Часть чуть-чуть. И мне очень сегодня новые ботиночки захотелось одеть, да? Я вот почему. Оля, а это вот тоже юбка такая же, как у Лены, бордовая, да? Да, это платье, только это платье. Мне просто размер 2XL, девочки, оно единственное осталось, мне так захотелось его надеть, но меня это не смутило. В том плане, что когда на тебе свитер... А платье, свитер? Да, это туника. Это махер? Свитер. Туника. Это очень теплая вещь, как раз это и носится с шелком. Так как, ну, чтобы вы не были упрощенной, всегда используется с тонкими материями. Так, чтобы это было дорого. И еще, если кто-то захочет, мы также создали и с коротким рукавом. Это тоже махер, да, такой? Да, из английской шерсть, махер. И сочетание именно... Всех осенних оттенков, да. С переходом в зимние. Ну, вообще, на самом деле, серый цвет очень хорошо осенью смотрится. Тоже, вот я, этот стенд, мы, вот, он у вас такой универсальный, такой сложный, вот этот сиреневато-пыльно-розово-серый цвет. И очень красиво, конечно, сочетается и с этой вязаной. Спасибо вашим... Дизайнерам. Мастерицам, да, которые вот это вот своими золотыми ручками... Все вяжут. Да. Здорово. И на бордовом тоже, если Лена померит, смотрите, девочки, это тоже великолепие. Смотрится с более яркими оттенками, видите? Да, ну потому что здесь все вот эти цвета меланжевые. Лена, ну а теперь твои утонченные оправы, одна такого, ну, похожего дизайна. Ну я взяла, видишь, все они похожи. Тут тоже бордовое, с золотом, очень такие все с лифтинг-эффектом. Тут какой-то тауп, что ли, такой. Вот, вот да, вот эта вставка тауп. Угу. Так, а эти? Они похожие по они дизайну, по форме. Ну, просто на данный момент они мне все настолько подходят к моему вот, да, теперешнему образу. Да, согласна. Ну и вот эти тоже. Что я хочу сказать, девушки? Я вас, конечно... Вот эти вообще огонь. Уморила, угадала. Потому что, знаете, и образы показываете, и очки. Это, конечно, очень непросто снимать. Но, дорогие друзья, все заради вас, для зрителей, чтобы это было интересно смотреть. И действительно была полезная информация, что можно и в кроки для себя подобрать, и в оптике Lime. Руслан нам демонстрирует. Расскажи, Руслан, что это за образ у тебя? Ну, для начала я хочу начать с брюк. Очень хочется начать снизу. Снизу очень просто люблю такие брюки. Это у нас идут палаццо. Они очень широкие. А, правда, очень воздушные. Широкие. И самое главное, цвет. Зебровые такие. Да, а, я поняла, цвет. В чем фишка. То есть, смотри, здесь как бы классическая костюмная елочка. Да. Да? И вдруг по этой елочке начинают вот такие вот... Полосы бегать, да. Да, полосы бегать. Хаотично причем. Так, и жилет. Да, жилет тоже выполнен из этой же ткани. Очень необычного кроя. Ну, очень необычного кроя.
Он как бы спереди длинный, а сзади... А сзади у нас идет... Сейчас, ага, да-да-да, ты его так вот покажи, да. Соединяющий элемент такой. Да, вообще... А он отстегивается? Да, он отстегивается. Есть вообще куча вариантов носки. Ничего себе. И вот этот темно-синий прекрасный джемпер, это тоже у вас тут продается, да? Да, тоже у нас продается. Хлопок? Хлопок. Полностью хлопок, не колется и очень теплый. Самое то для осени. Ну, ты выглядишь как звезда интернета. Необычное оправа. Это, можно сказать, оправа-трансформеры. Солнцезащитные линзы у этой оправы. А дальше... Форточки открываются. Форточки открываются. Как в одном известном фильме. Брюки превращаются в шорты. Да. Элегантные шорты. А здесь еще ты на инопланетянина немного сразу похож, это как антенны выглядит у тебя. Ну-ка, закрой форточки. Так. Вот. Ну, прямо супер. Честно, я как человек, который почти всю жизнь носит очки, вот эта оправа прям самое то. Она, во-первых, легкая, невесомая. А ты можешь чуть-чуть волосы? Да, конечно, чтобы мы оправу рассмотрели. Ой, она вообще невесомая, ее не видно на лице. Да, самое то. Универсальная, классная. Безободковая она, кажется, безободковая, называется. Да, безободковая. Андрей, безободковая, да, называется? Когда да, нету. Титановая, безободковая. Безободковая. Так, квадратики знаменитые ваши. Модник, модник. Очень нравится. Здорово. Ну, это тоже очень нравятся такие очки. В принципе, я люблю круглые оправы сам по себе. Круглообразные оправы. Они идут с прозрачными элементами, как видно. Но самое интересное спереди. Да. Согласна. И, кстати, переносится тоже прозрачный элемент, как будто бы просто два круга, да? Да. И тоже вот оригинальная оправа. Мы, кстати, уже несколько вариантов померили такого плана. Здесь черный металл. В принципе, они квадратные, но на деле они круглые. То есть... Они и круглые, и квадратные одновременно. Одновременно, да. Да, и здесь такой прозрачный... шоколадно-прозрачный оттенок, сами они вроде бы сами, как черный да, металл. Да, черный матовый металл. Да, матовый, именно так. Ну, красота, ну пройдись еще, покрутись. Знаешь, вот, а мне больше всего вот эти на тебе нравятся. Я не знаю, почему. Хотя нет, вот квадратики тоже мне понравились. Квадратики тоже очень понравились, но, честно, предпочтение отдаю круглым. Ну, какие бы ты выбрал? Я бы выбрал... Круглые. Ну ладно.